привет! Меня зовут Катерина Воронцова, я лидер компании Faberlic. Это видео я снимаю для своих новичков, новых зарегистрированных покупателей и новых консультантов. Прямо здесь и сейчас я наглядно покажу, как зайти в свой личный кабинет, как его настроить и как оформить первый заказ. Сделаю это на примере личного кабинета абсолютно нового консультанта. Итак, вы самостоятельно заполнили анкету на сайте компании Faberlic, или же вы оставили нам анкету со своими данными для оформления дисконта. В обоих случаях от компании вы должны были получить как минимум два смс-сообщения. Первый с уникальным номером консультанта, логином и паролем, и второй с кодом подтверждения и контактными данными вашего наставника. Кто такой наставник? Ваш наставник – это ваш личный помощник, ваш личный консультант по всей продукции, ваш гид по Faberlic. Найдите его в социальных сетях, запомните его номер телефона, уточняйте у него все, что вам непонятно. Внимание! Если вы по каким-то причинам не получили сообщение с логином и паролем и кодом подтверждения, обязательно и срочно свяжитесь с вашим наставником или лицом, который помог вам заполнить анкету для получения дисконта. А если все смс-сообщения благополучно до вас дошли, поздравляем! У вас в руках замечательный инструмент экономии времени и денег, а при желании источник дополнительного и основного заработка. Оценить все преимущества вы сможете, сделав уже первый заказ. У вас скидка от 20%, доступ ко всем распродажам и подарок. Обратите внимание на самую последнюю страницу каталога. Там ваш подарок, подарок новичка. Каждый каталожный период, условия получения подарка и сам подарок меняются. Выполните простые условия, и уже в следующем каталоге при оформлении заказа вы получите свой подарок. Итак, у вас в руках смс-сообщение. На своем телефоне, планшете, компьютере зайдите на официальный сайт компании faberlic.com. В правом верхнем углу найдите слова «Вход для консультантов». Нажмите. И далее здесь под словами «Вход в личный кабинет» вы набираете те номер и пароль, которые вам пришли в смс-сообщении. Номер сейчас девятизначный. Его вы ни с чем не перепутаете. Пароль. Пароли приходят достаточно сложные, состоят из строчных и прописных букв латинского алфавита. Поэтому не забудьте перевести клавиатуру на английский язык. Так, и нажимаем «Войти». Здесь система чаще всего запрашивает еще код подтверждения номера телефона. Он вам тоже пришел в смс-сообщении, тоже его вводите в соответствии с тем, что пришло в смс-сообщении. Далее нажимаем «Подтвердить телефон». Здесь определенные настройки еще запрашивает система. Выбираем предпочитаемый язык работы системы и свое местоположение. Здесь же система предложит вам выбрать пункт выдачи. Вы сможете выбрать его. Ближайший. Не переживайте, вы не консультант, сейчас вы привилегированный покупатель. Все новички по умолчанию привилегированные покупатели. Чтобы стать консультантом, необходимо применить определенные усилия, разместить заказов в каталог на 50 баллов, это примерно 5000 рублей. И уже в следующем каталоге вы консультант. У вас больше скидка, и у вас появляется возможность зарабатывать. Удивительно, но, наверное, только Faberlic, покупая без усилий для себя и семьи, можно иметь скидки и привилегии консультанта. Посчитайте, сколько вы тратите ежемесячно на гигиену, товары для дома, одежду, колготки, детскую одежду, белье, аксессуары, функциональное питание, чаи, косметику, парфюмерию, витамины. В каждой семье это от 5 до 10 тысяч рублей в среднем. То есть можно просто делать ежемесячно реально выгодные покупки в одном месте, по сути просто являясь привилегированным покупателем. А можно при этом зарабатывать, как сейчас делают уже очень-очень многие.
Я покажу два основных способа оформления заказа и один дополнительный. Первый, если у вас есть под руками печатный каталог, второй, если его нет, и третий, если вы хотите что-то заказать по категориям из интернет-магазина, либо что-то из ассортимента, не представленного в каталогах. Если у вас под руками есть актуальный печатный каталог, вы его успели посмотреть, то я вам рекомендовала бы воспользоваться быстрым заказом. Для этого находим в верхнем правом углу слова «Оформить заказ», нажимаем «Быстрый заказ». Система предлагает вам выбрать способ доставки, пункт выдачи или адресная доставка. Всем своим новичкам я бы рекомендовала свой первый заказ оформить именно в пункт выдачи. Это и дешевле, и удобнее в случае, если будут возвраты. Ну а если нет в вашем городе или поселке пункта выдачи, тогда вы выбираете адресную доставку. Там просто указываете свой адрес. Последовательно заполняем поля и нажимаем «Посмотреть все возможные места». Обратите внимание, здесь вот в списке внизу можно выбрать постаматы. Если вам нравится, удобно система доставки Пикпоинт, пожалуйста, пользуйтесь. Ну а мы выбираем пункт выдачи. Смотрите, здесь есть адрес, номера телефонов контактные, режим работы, дата ближайшей доставки и до какого числа необходимо утвердить свой заказ, чтобы он вам пришел в самое ближайшее время. Нажимаем «Продолжить». Способ доставки таким образом нами выбран. Открывается поле «Заказ товаров». Вы берете каталог и находите рядом с интересующим вас товаром артикул. Например, я хочу масло-спрей для загара. Ввожу его артикул, который я посмотрела в каталоге. Открывается список. А в скобочках это количество товара на складе. Открываем карточку товара, нажимаем «Добавить». Одну штуку. Далее, иногда так бывает, что в скобочках написано 0. То есть товара нет на складе, и выбрать его сейчас вы не сможете. Вы можете открыть карточку, нажать кнопочку «Уведомить о поступлении», и компания предупредит вас о том, что товар пришел на склад. Прочитать вы сможете в личных сообщениях, там, где значок конвертика, рядом со словами «Личный кабинет». Далее, у нас часто в каталогах бывают акции, специальная цена при покупке двух товаров или набор по специальной цене, или какой-то товар по специальной цене при покупке любого продукта серии. В этом случае необходимо ввести артикулы каждого из товаров. Ну, например, сейчас в действующем каталоге есть такая акция. При покупке любого крема Airstream кислородное сияние, крем для век за 99 рублей. Вводим в начале основной товар. Открываем карточку, добавляем его. Здесь, обратите внимание, всегда есть сопутствующая акция. То есть вы не упустите выгодное предложение, просто следя за акциями. Добавляем крем и вводим артикул крема для век. Также его добавляем. Здесь часто многие задают вопрос, почему такая цена? Ну, акция же. Цена у вас изменится на акционную после того, как вы продолжите оформление заказа. То есть будет произведен перерасчет. Здесь пока перерасчета нет. Бывает и так, что при покупке определенного товара за рубль у вас встает подарок. Ну, например, при покупке набора для ухода за кожей, пилинг мусс, подарок за 1 рубль. Мы добавляем основной товар. А подарок за 1 рубль чаще всего встает на втором шаге оформления заказа после того, как мы продолжим оформление заказа. Здесь небольшая особенность ввода одежды. Рядом с названием в каталоге указан не артикул, а номер модели. Скажем, туника из новой коллекции Ориенталь, модель 077W27702. Список всплывает с цветами, с размерами, иногда с цветами, если цвета разнятся. И в этом списке мы уже выбираем необходимый размер. То есть вот 46 отсутствует, 48 отсутствует, мне необходим 42. Выбираю
Добавляю. Вот, пожалуй, все, что мне необходимо на первом шаге оформления заказа. Обратите внимание, здесь я еще могу что-то удалить, если передумала, нажав на квадратик и кнопочку «Удалить». Далее удалить что-то я уже не смогу, мне придется возвращаться сюда. Перехожу на второй шаг оформления заказа, нажав «Продолжить оформление заказа». Здесь мне предлагают товары дня, я их пропускаю. Мы перешли на второй шаг оформления заказа, он называется «Промо-акции». Здесь нам предлагают выбрать товар, участвующий в промо-акциях. Пересматривая каталог, вы должны были заметить такую акцию, как бонус за покупки. В большом красном круге привлекательная цена 149 рублей, но с условием при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Если вы выполнили условия и хотите приобрести товар по данной акции, вам не надо ее складывать в корзину сразу, иначе она у вас выйдет по цене 299 рублей и перерасчет не произойдет. Вам необходимо выбрать его именно здесь, в промо-акциях, в акциях каталога. Находим в акциях каталога фитосыворотку за 149 рублей. Нажимаем «Выбрать товары». Выбираем количество необходимое. Исходя из той суммы, которую мы набрали, мы можем выбрать 13 единиц товара по специальным ценам. Но нам необходима только одна, обязательно нажимаем кнопку «Выбрать». Смотрим далее, что нам предлагается. Советую открывать все акции, это бывает очень интересно. Акции распродаж, вспомогательные акции. Здесь нам иногда предлагают каталоги, от которых мы можем отказаться при желании. Отказаться. Ну вот, журнал я от него не откажусь, оставлю. Здесь же часто бывает предложен для новичков стартовый набор всего за 270 рублей. Это действительно выгодно, чем в дальнейшем покупать пробники по отдельности. Так, и обязательно нажимаем «Применить изменения». Все, здесь вы уже внимательно проверяете список, свой заказ и цены. Вот встали купоны на летние скидки. Довольно часто у нас бывают акции. В одном каталоге мы набираем купоны, в следующем их тратим. Фитосыворотка встала по акции, журнал. Каталог всегда встает один по акционной цене 20 рублей. От него нельзя отказаться. Очищающий пилинг мусс в подарок, да, по той акции, которую мы упоминали ранее. Вот смотрим, что крем для век встал по акционной цене 99 рублей. И здесь я хотелось бы остановиться на функции автозаказ. Что это такое? В данный момент туники нет на региональном складе, но известна точная дата его поступления, 26 мая. Мы смогли его выбрать, но в окончательную стоимость она не войдет. Она придет нам отдельно, как только поступит на склад с минимальной доставкой 9 рублей. Подробнее почитать об автозаказе вы можете самостоятельно. Если вы не согласны с условием автозаказа, то вы можете вернуться и удалить товар. А как видите, меня не смутило это совсем, и я положила товар в корзинку. То есть информация о том, что товар в автозаказе, вы видите сразу, как только кладете товар в корзину. Здесь также мы проверяем, достаточно ли суммы для того, чтобы получить подарок с последней страницы каталога. Если вы помните, сейчас необходимо 1199 рублей для получения подарка. Как вы видите, суммы у нас достаточно. То есть ориентируемся мы по этой цене. То есть заплатите вы вот эту, но ориентируемся мы по первому столбику. Что еще необходимо отметить? Если вы не набрали на сумму 1000 рублей в ценах каталога, то система вас уведомит о том, что применены цены каталога. То есть какую сумму вам набрать для того, чтобы получить скидку 20%, вас система также уведомит. Все, нас все удовлетворяет, мы все проверили, продолжить оформление заказа. Итак, вы внимательно проверили свой заказ, теперь вам его нужно утвердить.
Здесь смотрим, что как раз счет по заказу, он без учета туники, которая уйдет в автозаказ. Оплата доставки 149 рублей. Начиная с 2000 в ценах каталога, оплата доставки 149. С 1000 до 2000 в ценах каталога 89. До 1000 оплата доставки 49 рублей. Утверждаем. Здесь нас система уведомляет о том, что мы пользуемся функцией автозаказ. Утверждаем заказ. Наш заказ утвержден. Дальше выходит сообщение о необходимости перехода к оплате. На самом деле оплатить заказ вы можете в любой момент до получения заказа. Способы оплаты без комиссии – это Сбербанк онлайн, салоны связи Евросеть, связной Билайн, карты, личные кабинеты, карт Кари, Билайн. Есть множество способов и других. О том, как оплатить заказ, снято отдельное видео. Вы можете найти его на моем канале в YouTube или в группе ВКонтакте «Фаберлик 7 дней». Теперь вернемся назад к заказу. Заказ после утверждения находится в статусе «Готов к сборке». Пока заказ в этом статусе, вы вправе его удалить, отредактировать или изменить место получения заказа. Когда он будет в статусе «Собирается», вы ничего заказом делать уже не сможете. Чтобы удалить заказ, вы заходите в заказ и нажимаете кнопку «Удалить». Там все просто. Если вы хотите что-то исправить, то необходимо вначале разутвердить заказ. Разутвердили. А теперь нажать «Редактировать». Обратите внимание, после этого вы вернетесь снова на первый шаг оформления заказа. Здесь что-то вы можете удалить, что-то добавить, что вам необходимо. Многие удивляются, почему пропали товары, которые вы добавили на втором шаге в промо-акциях. Они на самом деле не пропали. Когда вы закончите с первым шагом, нажмете «Продолжить оформление заказа», все вернется. Снова посмотрите предложения и промо-акции. То есть еще раз хочу обратить внимание, что именно в промо-акциях вы сможете выбрать товары категории «Бонус за покупки», то есть в большом красном круге. Здесь же выбирается подарок по стартовой программе, то есть в последней страничке каталога подарок вы выберете именно здесь в акциях консультанта. В следующем каталоге. Здесь же у нас, как правило, все товары со скидками по карточкам «Твой бонус» по купонам минус 250 рублей, минус 50 рублей. И здесь же чаще всего распродажи. Так, вернемся к нашему заказу. Мы его снова продолжим оформление заказа. Так. До момента утверждения заказ сохраняется как черновик. То есть вы его можете не утверждать, но дело в том, что все товары, которые вы здесь выбрали, они за вами не забронированы. И может так случиться, что вам вот чего-то не достанется. Если вы заказ утвердите, то они за вами забронированы. Черновик удаляется автоматически на следующий день в 22 часа по Москве. Так, утверждаем. Все с оформлением заказа. Так, утвержден. Свои заказы вы сможете посмотреть следующим образом. Вы выходите на страницу, главную страницу личного кабинета, нажав «Личный кабинет». Затем нажимаете корзинку со стрелочками и заказы. Здесь при необходимости можете пользоваться фильтрами, выставить определенные параметры и нажать «Переменить фильтры». Тут список всех ваших заказов. При необходимости вы можете настраивать фильтры, как я сказала, да, и находить заказы, которые были оформлены ранее, не в этом каталоге. Так, очень информативный список, здесь дата доставки, когда он придет, и статус заказа очень важно, да, потому что когда он готов к сборке, вы можете что-то в нем поменять. Здесь и номер заказа, нажав на который, вы как раз зайдете в свой заказ и можете просмотреть, что здесь вами выбрано.
Здесь же сумма заказа, сумма к оплате с учетом доставки. А здесь же значок «Оплатить». То есть, если вы хотите оплатить, вы можете его оплатить, нажав эту кнопку. А место получения, пункт выдачи и баллы, которые начислены за ваш заказ. Второй способ пригодится вам, если у вас нет печатного каталога под руками. Итак, как обычно, в правом верхнем углу в своем личном кабинете нажимаем «Оформить заказ» и выбираем «Флеш-каталог». Здесь открывается много каталогов. Это все Faberlic, это все можно купить. Два основных каталога, действующий и будущий. Ориентируясь по датам действия каталога, выбираем действующий. Нажимаем «Флеш-каталог». Так. На серой панели управления у нас можно увеличить, уменьшить каталог. Можно выбрать необходимую страницу. Можно перелистывать. Так, здесь можно даже вывести на печать. Под панелью управления можно появляется поле добавления товара в заказ. То есть выбирай артикул 6180. Ну, также выбираем товар. Открывается карточка. Мы добавляем товар в корзинку. Товар можно выбрать и в поле справа открывается он. Здесь именно те товары, которые представлены на данном развороте. Мы выбираем какой-либо товар, интересующий нас. Открывается карточка заказа. Можем выбирать количество, добавить заказ. Очень удобно, как мне кажется. Можно посмотреть и другие каталоги. Вот, например, каталог функционального питания. Как вы видите, сам заказ, он остается внизу, ничего не пропадает. Здесь вы тоже можете что-то выбрать из ассортимента. Ну, скажем, «Фитокс». Добавить заказ. Ну и откроем, например, еще каталог Dennis. Флеш-каталог. В Dennis представлены аппараты для домашнего физиолечения. Более подробно о них можно прочитать на сайте, либо в каталогах Dennis. Так, ну, добавим, например, ДНСОСТО для лечения профилактики боли в области шейного позвоночника. Нажимаем «Добавить заказ». И все, дальше как обычно, продолжить оформление заказа. Продолжить. Здесь, как обычно, отказываем, выбираем то, что нам интересно. Ну, скажем, выберем объемную тушь. Две штуки выбрать. Отказываемся от того, что нам не надо. Отказаться, отказаться. Здесь отказываемся. 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 Выбираем, например, стартовый набор, который мы не выбрали в прошлый раз. Выбрать. Как обычно, применяем изменения.
Проверяем заказ и утверждаем. Третьим способом можно выбрать товары, не представленные в актуальном каталоге. Это одежда старых коллекций, аксессуары, посуда, текстиль, косметика, которая не влезла в каталог, товары для бизнеса, пробники и многое другое. Здесь можно подобрать себе что-то тематически, предметно, то есть если вы ищете конкретно тональный крем. Как попасть в интернет-магазин? Находим вверху розовое поле «Продукция», «Выбрать продукцию». Здесь новинки, можно посмотреть все новинки, акции, хиты продаж и товары VIP. Это товары, доступные только VIP-консультантам. Новинки следующего каталога, которые заранее могут заказать только VIP-консультанты. Для всех остальных они станут доступными с началом нового каталожного периода. К примеру, мне необходим крем Blur. Это тональная основа без душек и консервантов для мгновенного преображения. Я могу ее найти по рубрикам «Косметика», «Макияж», «База для макияжа». Могу найти ее в поисковике. Так, ожидаем. Нашла нам система желаемый товар. Открываем карточку. Здесь достаточно много информации о ней, о продукте. Здесь же можно почитать отзывы, что немаловажно. Добавляем товар в заказ. Что еще хотелось бы подчеркнуть? Все вышеназванные способы оформления заказа вы можете сочетать. То есть вы можете также добавить товары из интернет-магазина, путем быстрого заказа, путем заказа через флеш-каталоги. А ваш заказ в любом случае сохраняется в качестве черновика. Вы можете на него выйти, нажав на корзинку сверху. И здесь далее продолжить оформление заказа и добить необходимые товары, просто набирая артикул или наименование товара. Можно нажать на личный кабинет, и ваш черновик сохраняется на главной странице личного кабинета. А можно нажать, как я уже показывала, мои заказы, корзинку со стрелочкой. И здесь уже в виде списка ваш черновик сохранен 0 рублей, так как он не утвержден. Так же, как обычно, вы редактируете, затем продолжить оформление заказа и утвердить. Я надеюсь, я смогла вас немного сориентировать в личном кабинете Faberlic. Теперь он для вас не такой страшный и непонятный. Делайте заказ легко, экономьте ваше драгоценное время для себя и своей семьи. Берегите свое здоровье, пусть ваш дом будет безопасным, а вы энергичными, красивыми и бодрыми. С Faberlic это возможно. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал. Все ссылки под видео. Пока-пока!